Итак, всем привет, с вами Игорь, и мы продолжаем проходить Final Fantasy XII. В прошлой серии мы таки добрались до Аркадии, Империя City of Arcades, называется на английском языке. Вот, то есть нам дальше нужно попасть в Дракулор лаборатории. Лаборатории Дракулор, она так называется, это лаборатория. А там мы, собственно, встретимся с доктором Ситом, но я сейчас не предпочитаю идти по сюжетной линии, я предпочитаю вернуться к нашему золотому кристаллу, а именно вернуться в старую Аркадию, где мы, собственно, и найдем этот кристалл золотой, потому что поблизости здесь у нас его нету, в аэродром тоже не хочется идти. Вот, лучше, короче, через золотой кристалл сделать, телепортироваться на Салькавуд, локацию. Я думаю, там это возможно. И там есть бомба, собственно, которая нам преградила путь идти дальше в локацию. Например, на Брудиан, как-то называется, долина скелетов, вроде она как называется, там, где мы еще сможем найти наше самое сильное оружие в игре, это Zodiac Spare, и мало того, там есть секретный магазин. Как именно попасть в секретный магазин, я даже не знаю. Я думаю, в первую очередь нам нужно туда добраться, а там уже посмотрим. И, конечно же, победить бомбу, которая восстанавливается. Это, я думаю, на мой взгляд, будет сложновато это сделать. Но все-таки уже мы в какую-то степень прокачались. Есть у нас новая магия, мало того, новое оружие. И поэтому, я думаю, не ставит труда справиться нам с этой бомбой. Сейчас мы все-таки телепортируемся туда, но не будем выполнять квесты. Лишь пройдем дальше, перейдем на Салькавуд и, собственно, пройдем дальше. Так. Так, Салькавуд, вот. Насколько я знаю, есть еще один лес, мы там были, это лес, который называется Фейвуд. Но там, видимо, сильные еще враги, поэтому мы туда еще не будем возвращаться. Вот нам тупо говорит то, что дальше у нас бомба. Что дальше у нас монстр идет. Ну, давайте во всяком случае сохранимся. Я зато покажу, похвастаюсь своим статусом игры. Вот у нас такой статус, клан ранг Рисбрейкер. То есть этот клан нам дали за то, что мы убивали монстров, находили новые виды монстров. Вот. Так, кстати, неплохо было бы прокачаться. Давайте сейчас заглянем в лицензии и немного тут поулучшаем кое-что. Это, во всяком случае, это какие-то улучшения, но даются тут. Бомбить солд. То есть какие-то там минимальные улучшения здесь происходят. Вот, во всяком случае, снижается, например, манакаст на ту или иную магию, то есть затраты маны. Вот, и я думаю, довольно хорошо, тем более, если сюда так заходить, прокачиваться, а не прокачивать оружие, потому что смысла нету. Ты прокачал оружие, но ты его не покупал, как бы, и я не вижу вообще смысла тогда так делать. Так, вот это блок, щелблок. То есть, хотя вот несмотря на то, что нестандартная тут прокачка, как бы отличается от других серий, то есть из других игр, да, отличается прокачка вот эта
то, ну, как бы, тоже приемлемо. Тупо вот так вот качать. Я, конечно, некоторые понимают то, что тут за прокачка, некоторые, ну, как бы смысл понимаю. West End. Так, Франк. Вот это прокачать. Да, дальше у нас. Ой-ой-ой, только прокачивать и прокачивать. Ну. Ладно. В принципе, на этом мы остановимся. Сейчас сохранимся, чтобы опять же не прокачиваться. То это убьет уйму времени, а вдруг нас еще и победят монстры, то тогда это будет вообще жесть. Это никаких нервов как бы не хватит. Вот так. Ну, в принципе, да. Сейчас уберем марш. Пускай идет первая партия сражаться с ним. Мы его сейчас покоцаем, а потом, в принципе, будем кидать суперудары. Посмотрим, на что он способен. Вот эти его слуги, конечно, будут мешаться под ногами, но попробуем мы их устранить. Ой, так и хорошо. Ну, в принципе, глянь-ка. В принципе, нормально идет. Так, курага. Так, сейчас мы его добьем, может, до половины, и будем использовать магию. По слезы помощи он использовал. Перевел примерно. Вот он остановился. Кстати, хорошо можно прокачаться. Как он называется? Бомб Кинг. Кинг Бомб. Ага. Так и думал. Блин, а что это он сразу так сжёг её? Именно жестко. Да, у нее вот лежит масло, и поэтому эффект масла, и поэтому вот ее сразу сжигает он за секунду. А, не успели кастануть, не успели. Здесь убить его.
пока Исуна лечит этот эффект. Нет, не лечит. А, видите, уже одного зовет, да? А, или вот поочередно, по-моему, зовет. Самое время кидать на него. Фух, не успел кастануть. Охладись, называется. Торрент. Это подходящее, это потушить. Думаю, раз навсегда. А, чуть-чуть осталось. О! Фу, отлично. Вообще-то там должна была образоваться пропасть. Вот так вот. Втроем нормально. В принципе, уработали его. Теперь нужно качать остальных трое, вот, которые у них там по 34 уровню, да. Вот, их нужно прокачать. А, у нас стал уже 38-й, а они на 4 уровня отстают. И поэтому нам придется прокачать Пенелу и Баши. Так, так, так. Пускай Аш с ним побегает, наверное. Так.
Так, это что, упало сюда? Да. Странно. Так. Насколько я знаю, тут еще у нас монстр. Конь вроде какой-то, да? Я сейчас не буду смотреть, потому что я точно знаю, что тут находится монстр. Либо в той стороне, либо в этой. Ну, во всяком случае, давайте сюда пройдем. Я думаю, мы с ним встретимся. Это от монстра, он 4 ранга. И поэтому я думаю, он не совсем опасен. Видите, тут бакнеми. Помню их, помню. Вроде сначала они такие тяжелые. А, ну сейчас все. Тогда я просто на маленьком уровне сюда пришел. Каким-то образом убил бомбу. И пришел сюда. Вот, и они довольно-таки были сложными, но сейчас легко. А, и успел выпустить гад. Но не отравил. Помню и тех. Типа пауков, что-то нападать его там, помню. Нема. Видимо, он в какой-то другой части обитает. Раз тут его нету. Ну да, в принципе, у нас есть тут развилка, да, и тут еще. Вот, дальше мы видимо, идем. Сейчас мы посмотрим, куда мы выйдем. Значит, его пока не будем искать. Сейчас посмотрим, куда мы выходим. Если я не ошибаюсь, это долина скелетов, как бы. Или не долина, но Нейбрудис, он, как-то она называется. Честно говоря, я не помню. Набрудис или Нейбрудис. Да-да, это она. А, Набреус Дедлендс. А, ну мертвая долина. Набреус, честно говоря, не помню, как она переводится. Ну, мертвая долина, да, это именно здесь. Это фанк. Ух ты, а тут 44-й-то нет. Ребят, нам... Ой. Не, нам точно не сюда. Видите? Дали нам люлей просто вот. Шалбанами просто. Значит, еще нет, еще не сюда это явно. В принципе, можно как-то пробежать там, да, например, взять копье зодиака, но это будет очень сложно. Вот. Тем более, это нам тупо не по уровню сюда идти. Хотя, учитывая то, что мы 34 уровня являемся. Ладно. Все-таки, я думаю, тут экипировка, может, спасет нас от... Например, не у всех есть броня хорошая, да? Только есть у двоих панелевые баши. Поэтому, я думаю, если мы наденем броню, то... Ну, еще прокачаться, в принципе. А прокачаемся мы на охотах. И пойдем туда. Потому что так, как мне подсказали в комментариях, именно вот эта секретная локация, секретный продавец появляется вот это время действий сюжетных. То есть потом он уже, наверное, не появится. Ну, то есть появится, но там какой-то меч, вот я... Какой-то меч, честно говоря, не знаю. Видимо, он дальше пригодится мне. Нам могут продать. Но прежде всего нужно найти
где именно вот это вот этот секретный продавец находится. Секретная лавка, так скажем. Давайте тут еще походим, а наверняка тут где-то должен быть конь. Конь, которого я ищу. Не могу не найти, никак не найду. Так. Хорошо он нам дал магии. Вот эта комета Чикоба. Так, а где ж этот конь находится? Ищем. Он-то он, да, он нас должен искать. Может, с той стороны. Все возможно. Опять же, переход на локацию. Или стоп. А, ну, все ясно, это просто развилка идет, когда. Возможно, тут даже, да, тут, может, возможно, нужно всех убить, а потом перез... А, все, вот, видите, вот, с той стороны, вот. Вот он, вот, где-то вот там вот. Все, отлично, нашли коня мы. Сейчас воссолимся. И пойдем убивать его. Я думаю, мы справимся. Несмотря на то, что у двоих 34 уровень. Ну, ладно, ничего, в принципе. Я думаю, если что, нам помогут наши друзья. Ух ты. Он большущий, ля, смотрите, какой большой. Брейк. Ух ты. Возможно, что-то можно стырить. Он персик вызывает. Шторм Маджисайт. Ну, не скажем, что это прям хорошо. В общем, конь такой не особо опасный, скажем так. Можно убить. Больше ничего не ворвется. И, в принципе, никаких особенностей нет, кроме того, как он атакует молнией, и кроме того, как... Когда его атакуешь, получается, молния тоже тебя бьет молнией. Хорошо, в принципе. Ничего сложного я не увидел в нем. Хоть я опасался, думал, что он все-таки посложнее будет, но... Нет, тут дальше тоже локация есть какая-то. Честно говоря, не знаю, что это, но давайте посмотрим. Возможно, это какие-то шахты. Почему-то мне именно вот так вот кажется, что шахты какие-то. А нет, это Necro Hall of Nabudis.
Все понял. This is all that remains of Nabudis. 2 years ago it was destroyed utterly by a mysterious force. The work of the Midlight Shard. This? In just 2 years? How? As the Dawn Shard brought down the Leviathan and her fleet, a fell mist spilled forth. It is like the same thing happened here. The Nethersite's mist has corrupted the life of this place. It is a necrohall overrun with beasts. We tread here on a fool's errand. We had best turn back. Все, я понял. В принципе, это являются две разные локации. Dead, Nabudis Deadland. То есть, Nabudis Deadland — это Мертвая долина, это как бы отдельная локация. Ну и вот, собственно, Necrohall of Nabudis тоже отдельная локация является. Ну, это понятно, только вот давайте сейчас посмотрим, какие там враги как бы по уровню подойдут нам или нет. Все-таки я думаю, что тут враги ничем не уступают врагам, которые находятся в Dead Island. Да, тоже тут даже 46-й, видите? То есть еще сложнее. Но можно попробовать. Тут, во-первых, много. Во-вторых, они просто нас убивают. В принципе, тут можно пробежать. Пробежать можно. Если так не терпится взять копье зодиака, тут можно пробежать их. Но опять же таки, это будет сложно сделать. Но можно. Можно. Поэтому давайте пока поохотимся, покачаемся, а потом уже будет видно. ХП оставил. Гляньте, блокирует. То есть прокачали скилл, который блокирует уже. Одно ХП у него остается, он блокирует. Это называется этот скилл Last Stand. Я помню, мы его качали, он не запомнился. Ну вот что значит прокачка доски рецензии. Так, ну теперь... Да, сюда можно не суваться. Давайте вернемся обратно, друзья, пока что закончим наш замечательный летсплей, как бы подведем итоги. В принципе, мы побывали и Necrohall of Nabudis, и Nabudis Deadland. В обоих локациях являются враги очень сложными. И поэтому, чтобы их победить, нужно прокачаться. А именно мы будем выполнять пока что охоты. Охоты закупимся, купим себе шмот нормальный и пойдем туда. Но пока не будем двигаться по сюжетной линии. Вот. Пока что так. Потому что если вправду действия... происходит тут, когда вот прямо сейчас, когда нужно идти и покупать тот меч, пока он есть сейчас, то именно нужно так и делать, не идти по сюжету. На мой взгляд, как бы, это тоже правильно. И я думаю, что все-таки после того, как мы там с охотами разберемся, мы купим шмот и, собственно, вернемся сюда обратно. И разберемся с монстрами.
Так, друзья, во всяком случае, спасибо всем за просмотры, кто смотрел, кто уделил мне внимание, кого заинтересовало на это прохождение, подписывайтесь. Лично всех призывать, писать сами не собираюсь. Всем удачного дня, пока-пока-пока.